Знай наших! Ильдар, наш зал заинтригован в ожидании следующего артиста. Расскажите уже поподробнее, кто, что, почему и для чего. Алексей, для вас, наверное, будет сюрприз. Ну и для всех наших телезрителей и зрителей клуба «Штаны». Рядом со мной группа «Лампа накаливания». Давайте поаплодируем. Я не могу без бумажки прочитать то музыкальное направление, в котором ребята играют. Это психоделика, постпанк и декаданс. Абсолютно три непонятных слова для меня, поэтому сразу обращаюсь к ребятам. Почему лампа накаливания? Мы живем в 21 веке. Почему не энергосберегающая? Почему не светодиодная, а лампа накаливания? Всеми нами любимая лампочка Ильича. Ну, что можно сказать на этот счет? Как-то так сложилось исторически. Много было причин на этот счет, и мы не очень любим их афишировать, если честно. Ну и последний вопрос, такой навскидку. У вас есть группа ВКонтакте? Да, есть. И сколько у вас там, соответственно, участников? Больше 3000, точно не знаю. Больше 3000. Я надеюсь, после сегодняшнего эфира, ну, удвоится как минимум число участников группы «Лампа накаливания». Встречать аплодисменты! Как говорится, что вы ржете, вы еще других не видели. Друзья, понимаете, современная музыка, она разная. На сцене группа «Нежные песни и пляски», группа «Лампа накаливания», выступление по мотивам доброй русской сказки «Теремок». Встречайте!